трахор, да? И вот верхний. С какой ступени верхний трахор начинается? Ступень какая? С пятой. С пятой. То есть я вот играю. Что я изменил? Одноименные. Какую ступень изменил? Третью. Третью, все. Мы знаем, что в миноре в одноименном меняется третья ступень, а также шестая и седьмая. Так вот здесь, в нижнем тетрахорде, вы сразу видите эту третью ступень, да? Вот она, третья ступень. Теперь берете пятую ступень, мажор играете, а потом вот эти две ступеньки понижаете. То есть это пятая, вот шестая, седьмая. Они понижаются, шестая, седьмая. Ну и у вас какие тональности получаются? Вот с учетом всех мажорных и минорных тональностей. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, бемоль, си. Сколько тональностей? Пять. Восемь. Ну вот, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, это сколько? Семь. Семь, ну еще плюс си, бемоль, восемь. Восемь. То есть вы играете ре мажор, ре минор, ми мажор, ми минор, фа мажор, фа минор, соль мажор, соль минор, ля мажор, ля минор, си бемоль мажор, си бемоль минор, си мажор и си минор. Давайте сейчас разберем. Ре мажор, какие знаки? Фа диез, до диез. Ну вот, это вы знаете, да? До, ре, ми. И сразу понижаете третью ступеньку, да? Пятая ступень где у нас? Вот она, да? Пятую ступень сразу видим по трезвучию, я напоминаю. Значит, ре мажоре что у нас будет? Между пятой и шестой ступенью тоже запоминайте. Угу. Сколько? Какая секунда? Большая. Большая секунда. А в миноре будет малая уже. Да, в миноре. Вот это очень важно запомнить. Если вы запомните, вы сразу будете, палец у вас сразу будет вставать. Ну и ре мажор видим. Вот ре минор. Понятно? Да. Ми мажор. Вы, допустим, забыли, что вы в ми мажоре какие знаки. Но вы знаете ми минор. Фа диез. Фа диез. Можете сначала ми минор сыграть. А что потом делаем? Извиняем. А потом понижаем. Еще понижаем. Повышаем. Повышаем. Что? Повышаем. Вторую ступень? Третью. Ну а где третья-то? Вот третья. Ну вот, значит, что? Вот получился мажор. Третья ступень. Володя, ты тоже опять все как бы активно работаешь, но ты сначала говоришь, а потом думаешь. Вот минор сыграли. Где пятая ступень? Да. Правильно, Даша. Молодец. Как мажор играется? Что сначала мы строим? Какую секунду? В мажоре какая секунда? От пятой идет. Я уже... Нет. Большая. Ты что, не работаешь-то? Большая. Вот опять-таки вы не гадайте и можете вспомнить в до мажоре. Вот пятая ступень. Соль, а-ля, шестая. Между ними какая секунда? Большая. Ну так вот во всех мажорных тональностях от пятой до шестой большая секунда. В ми миноре мы выяснили си. Пятая ступень. Значит, шестая какая нота будет? До. Это большая секунда? Ну конечно, до диез. Большая секунда. Ну, вернее, сначала вы играете ми минор. Все знают, что ми минор и фа диез. Смело играем. А потом шестая, седьмая, что? Повышается. И получается мажор, ми мажор. Значит, если что-то не получается, посидите несколько раз. Ми минор, сразу ми мажор. Пятую ступень нашли. Ми минор сначала. А потом шестую, седьмую повысили. Это, то есть новые тональности, нужно над ними поработать. Фа мажор, какие знаки? Си бемоль. Си бемоль. Смело играем. Фа мажор. Потом что делаем? Повышаем шестую, седьмую ступень. Третью. В нижнем тетрахорде что сначала у нас получается? Одна, третья ступень. Ну, покажи. Вот это ля, да? Да. Мы повышаем ее. Куда? Так это четвертая. Так, значит, мы так что делаем, Даша? Даша сегодня молодец. Володя опять у нас где-то. Сначала понижаем, конечно. Понижаем. Молодец. Молодец. У тебя сегодня светлая голова. А я не играла даже. В мажоре, Володя, и так все ступеньки высоко звучат.
Куда же их еще повышать? После ля идет си бемоль, четвертая ступень. Что ты ля диез будешь ставить? Повышать? Ля диез повысим, будет в миноре, в мажор высокие ступеньки, в миноре они низкие. Мы понижаем. Уже это у нас получается третья, четвертая тональность. Ты никак это... Вот фа минор. Третья ступенька понизилась. Теперь что ищем? Пятую, конечно, ступень. Второй тетрахорд играется от пятой ступени. Ты там вот вертелся до этого, да? Ну, какая это нота? До. До, правильно. Вот у нас трезвучие, да? Ты по трезвучию или как? Да. Молодец. Фа-мажор играем смело. Ну, знаем, что фа-мажор и си-бемоль. А здесь у нас... Что в фа-миноре делаем? Понижаем. Понижаем третью ступень. А тут у нас пятая, шестая, седьмая и первая. Шестую, седьмую. В верхнем тетрахорде у нас седьмую. Шестая и седьмая. Шестую. Ты же правильно сказала пятая, так это ж какая дальше идет? Третья, что ли? Шестая, седьмая. Соль мажор. Какие знаки? Фа диез. Что делаем? Повышаем. Понижаем. В миноре понижаем. Какая нота? Си бемоль. Сейчас Володя правильно. Молодец. Третью. Дальше себе задаем вопрос. Какой? Надо понизить. Мы с нижним тетрахордом все сделали. Надо понизить пятую. Дальше что нужно сыграть? Надо верхний тетрахорд. Надо понизить пятую. Найти пятую ступень. Верхний тетрахорд играется с пятой ступени. Какая нота? Ре. Играем соль мажор. Какие ноты? Ре, ми, фа. Диез, соль. Соль мажор. И задаем себе вопрос. Дальше что делаем? Вот. И? И фа. И фа. Вот. Да, получается... То есть фа, диез понижаем. Знак какой получается? Бекар. И ми бемоль, да? Так, теперь дальше. Ля минор. Немного осталось. Вы знаете ля минор, да? Ля мажор пока не знаете. В ля миноре ничего нет. Смело играем по беленьким, да? А в ля мажоре что делаем? Повышаем. Ну вот. Ничего не напоминает? Что напоминает? А? Клоуны. Володя просто играл эту пьеску. Вот почему клоуны так кабалетский композитор сделал? То мажор, то минор. Вот они строят гримасы, там то смеются.